Что ж, всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Scarlet Nexus. Ну и знаете что? Я тут подумал, было бы здорово какие-то вещи добавить в желаемое. Чтобы нам, ну, понимать, что мы что-то хотим. Поэтому давайте зайдем в подарки. И у нас есть тут, где эта ракетка-то была. Эй, ракетка. Ракетка. Что-то она... Где она? Во, ракетка для сквоша. А R3 добавить желаемое. Отлично. Ну и давайте отправляться дальше. Нам вроде как Фубуки сказал, ведите себя нормально. Отправимся на стройку, видимо, очередной патруль, который снова завершится чем-то. Да, пошли. Фуф, ну и если слышно, заранее извиняюсь, у меня тут соседи, кажется, занимаются тем, что мучают пса, заперли его в квартире, он скулит уже очень давно, бедняга. И я даже не знаю где, потому что куда ни выйди, как бы слышен этот вой. Ну вот. Ну, вроде сейчас пес утих, кажется, все-таки хозяева вернулись и выгулили как минимум животину. Кажется, неподалеку есть запас ресурсов. Да, конечно, мы нашли. Так, а почему среднее желе? Мы хотели легкое желе сначала заюзать. Ого, что? Если мы зайдем дальше, есть вероятность встретить патрули Апи-Сейра. Будем начеку. Ну что ты сказал на базе? Ты серьезно собираешься это сделать? Да насчет помощи генерал-майору Фубуки? Да, потому что разве это не значит, что тебе придется пойти против твоего брата и покойного отца? Я остаюсь в этом взводе. Что? Цугуми. То, что случилось с Наоми, просто ужасно. И если правительство имеет к этому отношение, я не хочу, чтобы это сошло им с рук. Погодите, впереди иные. О, Ханаби, Цугуми, поговорим позже. Так, слушайте, а что? А, черт, я не то сделал. Тут же Эльку надо было. Цугуми, о. Слушайте, а мы взяли в прыжке вот эту вот штуку? О, нисходящий атак, надо же, взяли. На. Бум. Раз, два, три. А давайте в прыжке ее подбросим. Во. Ого. И вот так вот. Отлично. Да еще бы. Просто фигачим врагов. Воу-воу-воу, полегче. Шабашбур. Шабашбур вообще, конечно. Ух ты. Так, стоп, нам склерокинез нужен. И давайте его в бур бурячить. Эй. Ха-ха, лох. Ай-яй-яй. Ладно, все, не лох. Так, а я хочу пирокинез, кстати. Уворачиваемся. Эй, я увернулся. На тебе, дрянь. Ух, не туда. Ладно. Эй-яй-яй, где ты, где ты, где ты? Ой-ой-ой, ой. Фу, вовремя. Разбили. Расфигачили его бур. Молодцы. А теперь... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не то делал. Я хотел треугольник и... Да. Ладно. Ой-ой-ой. Увернулись. На тебе, дрянь. Фу. А слушайте, а у нас какая-нибудь миссия есть на шабаш-бур этот? Давайте посмотрим. Это в истории, в заданиях. Во время действия пирокинеза сокрушить шабаш-вредитель. Ха. Используя сокрушение мозга. Не, ничего нет. Ну, ладно. Тогда держи тебе вот так. И вот так еще поджопник. А у нас Элька есть... Слушайте, а может тогда побережем эльфу? Все, готов. Фух. Иных больше рядом нет? Ничего не вижу. Ты в порядке, Юита? Что, у нас снова провал в памяти? А? О! Да, я в том бою особо не пострадал. Ты о чем вообще? Ты только что внезапно остановился и сказал, что у тебя голова раскалывается. А?
Матте. Ты опять отключился? Помнишь, о чем мы разговаривали? Ханаби спросила меня, действительно ли я собираюсь помогать генерал-майору Фубуки, а Цугуми сказала, что останется во взводе. А потом? А сразу после этого на нас напали иные, так что больше мы ни о чем не говорили. Правильно. Ты что, не помнишь истории Луки и Геммы? О чем они рассказывали? О том, что я старею, об экспериментах над Лукой. Простите, я ничего этого не помню. Вы правда об этом говорили? Юта, я тоже слушал, так что я могу подтвердить. Ниже никаких аномалий в твоем статусе, так что, возможно, это действительно просто ментальное истощение, как говорил доктор. Чем больше пользуешься силой, тем выше нагрузка на мозг. Возможно, стоит пока избегать боев. Я не могу, мы на задании. А? Это типа его мозг плавно рушится или что? Ты точно в порядке? Змеелодка. Имбирь. А что? Гибкосвин. Стала червь. Что? Я говорю совсем не то, что думаю. Яблочный домашний ребенок! Я вижу аномалию в его мозге. Что происходит? У него нарушение речи. Похоже, его мозг пережил очень сильный стресс. Мы можем что-то сделать. У нас есть лекарства, которые передали из больницы. Но эта ампула выглядит подозрительно. Она точь-в-точь, как та, которую мы нашли в заброшенном метро. Ребят, будьте внимательны. К вам приближается иной. Вовремя, блин. Оставайся здесь, Юит, отдохни. Мы сами справимся с иными. Моя голова сейчас сорвется. Уф. И что мне делать, вот скажите? У нас Юита стоит такой, типа, нифига сделать не может. Мне нужно драться. Юита, ты что, не можешь использовать свою способность? Да ничего я не могу использовать, даже желе не дают заюзать. Это плохо. Я совсем не могу использовать способности. Я даже не в силах сражаться. Что нам делать? Его можно как-то вылечить? Стоит ли выпить ее? Юита! Не время для брезгливости. Если я это не приму, тот иной меня убьет. Я должен... Юита! Выпил лекарство. Цугуми! Я уже смотрю. Ого! Отклонение внутри черепа начинает исчезать. Похоже, лекарство действует. Голова уже меньше болит. Юита! Теперь я понимаю, что ты говоришь. Дуда. Ты можешь сражаться. Да, вполне. Разберемся с ними. Ага, спасибо, только мы ранены, как бы. Я могу двигаться. Мне уже не так больно. Я справлюсь. Ну-ка. О, а Элька есть у нас какая-нибудь? Воу-воу-воу, их там много. Ребят, их там много. Ну-ка. Давайте Бур его разобьем. Ребятки, Бур. Ну-ка. Склерокинез. Вообще, конечно, было бы здорово взять обилку, которая позволяет сразу несколько этих штук использовать. О, готов. Готов, касатик. Ну, теперь насиловать его просто. И Элька. Пошла, пошла, родимая. Давай, 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 давай. Черт. Ну, вот так вот.
Вот так вот, вот так вот, вот так, 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 крутим, 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 крутим. Крутим, мутим. На тебе, дрянь. Разрываем. Опа. Красавцы. Разорвали. Так, ты держи. Ты на... Жух. И под, подпрыг. Красавцы. Просто справились как боженьки. Я не вижу никаких отклонений. Юта, как самочувствие? Теперь все в порядке. Я понимаю, что заставил вас поволноваться, но если честно, я рад, что принял лекарство. В таком состоянии от меня все равно не было бы толку. В твоих словах есть смысл. И побочных эффектов пока не видно. Возможно, не стоило так переживать из-за этого лекарства. Но пахло оно странно, вкус был и вовсе отвратительный. Мы что, продолжим выполнять задание? Может, лучше вернуться на базу и отдохнуть? Нет, я в порядке. Мои способности снова работают как обычно. Я дам знать, если что-то пойдет не так. Давайте продолжим. Ладно, но, пожалуйста, не перенапрягайся. Пообещай мне. Хорошо, обещаю. Опа. Хочу поговорить со всеми о Юэта. Ханаби и Тидзё. Мне нужно кое-что с вами обсудить. Я не хочу беспокоить Юэта, поэтому отправляю эту москалиграмму всем остальным. В больнице его смотрели, но его состояние становится все хуже. Я волнуюсь. Он сказал, что лежал в больнице в детстве. Выходит, у него слабое здоровье? Да, так и есть. И я знаю, это будет непросто, но я хочу как можно меньше нагружать Юэта. Физически и морально. Мне кажется, Юэта просто вымотан до предела. Я согласен с Ханаби и подумаю, что могу сделать. Да, я тоже согласен. Постараюсь не напрягать его. Хорошо. Я тоже постараюсь осторожнее передавать информацию и буду следить за состоянием Юэта в дальнейшем. А еще, ты ведь это не специально, да, Ханаби? Спасибо всем. Что? О чем ты, Ватару? Юэта есть в списке адресатов. Что? Нет, не может быть. А, Юэта, не читай, пожалуйста, это все не важно, правда. Даже если вдруг уже прочитал, просто притворись, что не видел. Не нужно отвечать. Так, хорошо. Что у нас? Нам куда-то надо дальше продолжать, видимо, патруль. Такое не часто встретишь. Ух ты, что это за точка? Но, видимо, нам все-таки наверх. Давненько, заметьте, не было сейфпоинта. Уже плавно приближаемся к полуэпизодной точке. А, где-то здесь должны быть ресурсы. Может, займемся ими? Ага. Ну сейчас, давайте вот этих вот трех ребят расфигачим. Так, держи. Эй, я! Это же электрические твари. Во, ну мы ее свалили. Фак. На, отлично, одна пошла. Ты. О! Ладно, а вот так не хочешь? Увернулись чётенько. Смотрите-ка, как чётенько у ворот сделали. И на, получай, дрянь. И теперь в подпрыге. Подпрыги не смогли, но хорошо, мы сейчас вот так. Ага, и в подпрыге. На. Ой-ой-ой, прилетело. А, это не прилетело, это ускорение мозга пошло. Ну, а теперь, эй, давай. И сразу вращаем. Мы теперь знаем, что делать. И расфигачиваем ее на куски. На. Фу. Так, так зачем мы сюда пришли? А, за пары вот этих ресурсов, кстати. Там же больше ничего нет, кажется, нет. А я бы закупился легкими желе, потому что они, ну, стоят немного, а помочь помогут. Давайте посмотрим. Легкое желе. А если его обменивать... Оно не очень, да? Да. Что-то проще купить. Ну, хорошо, 8. Да. О, среднее желе плюс. Давайте парочку купим тоже. Блин, у нас все деньги на желе уходят. Обидно. Ну и сохранимся. Мы всегда вместе. Значит, ты на меня полагаешься? Опа. О, ну эти ребятки, я так понимаю, долго не проживут. Опа! Эй! На! Во. Накопили хороший удар. Эти машины просто бросили ржаветь здесь. Какая бесполезная трата ресурсов.
рискну. Согласен. Тогда, может, используем их в бою? Если Юэта подгадает момент, они могут пригодиться. Ну-ка, а давайте телепортацию возьмем. Интересно, а мы прям вверх не можем телепортироваться? Такая фишка у нас пройдет? Ай, на тебе дрянь. Хорошо, давайте гемовскую обилку возьмем, потому что нас током что-то зафигачили. И легкое железо юзаем. А, там лежали типа такие шокированные дофига, да? На, вот это вот, конечно. А, сражаться с летунами очень неудобно. Хотя мы можем в воздухе, по-моему, очень много кидать в них. Но если мы много в них в воздухе кидаем, мы практически неподвижны получаемся. А неподвижная цель — это довольно-таки легкая цель. Ага. Ну. На тебе. О, какую-то из них даже подожгли. На. Готово. И ты. На тебе. Дрянь. Опа! Подкинули ее вверх. Кстати, если мы ее подкинем вверх, она встать не сможет. Вот это тема хорошая. Окончим с этим, Юэта. Все? Попробуй мои способности, Юэта. Ай-яй-яй! Да, Гемма. Гемма Тансен. Опа. Давайте. На. Полетели. Ух ты. Ух ты. А есть еще у нас что-нибудь полетать? О, на, сейчас кому-то прилетит. Ух ты. Ух ты, одного почти при... А, черт, в воздухе у ворот не сделать. Но мы можем от него вернуться так. Довольно-таки четко причем. О, ну что, дуралей. На тебе. На тебе еще. И еще. Просто прекрасно. А теперь давайте-ка отойдем вот к тому... вот к этому трактеру. Вот он. И сейчас все-таки шабашбурт, и я думаю, на нас побежит потихоньку. А? Побежишь? Во-во-во-во. Вон, побежал? Бум. На, за это тебе. Поехали. Поехали, дрянь. Во. Ага. Идеальный уворот сделали, но что-то не очень у нас все остальное получилось. Опа, и склерокинез прям, заметьте, насколько вовремя мы включили, да? На тебе в морду. Наглую рыжую морду. И еще ящик. О, прекрасно. Разбили. Подступ. Ну, ребятки, давайте уже. Готов. Готов. Фух, справились. А тем временем, отличная работа. Их было так много. А у нас, кстати, с вами было повышение уровня, вы помните? Я почти забыл. Итак, а что у нас было там включать несколько обилок одновременно? А вот это, да? А здесь что следующее? Не знаю, мне как бы вот это импонирует. На которое враг уходит из строя, сокращает восстановление после использования предметов. Но вот сюда пока... Ух ты, дополнение в снаряжение на единицу. Ладно, давайте вот до этого. Электрокинез и пирокинез нельзя одновременно. Но ладно, ничего страшного. А, да, давайте вот сюда дойдем. Перегрузка. Атака оглушенных врагов с истощенной шкалы сокрушения увеличивает бонус получаемого. Хорошо. Так, пошли. Получается, вот тут что-то. Что здесь? Что это? А, это типа вот этот вот кран, видимо, так обозначен. Ну и у нас куча всяких, видимо, этих экологических данных. Я прав? Во. Экоданные. Экоданные нам с вами пригодятся. Потому что потом мы на них наверняка сможем что-нибудь крутое выменять. Так, вот эти не забыть собрать. И теперь заходим, видимо, сюда. О, еще и ништячок нам припрятали. Парочку. А как сюда попасть? Вот здесь я вижу ништячок. Но попасть что-то... Ну, напрямую, видимо, не можем. Но если обойдем все это, то, наверное, до него доберемся.
Давайте попробуем. Сейчас будет текст. А, да что ж. Давайте вот так. Ай-яй-яй, вовремя я. Ну, ну. Эй, прыжок и удар, алло. А, да что ж ты будешь делать-то? Но зато, смотрите, хотя бы дрянь подожгли мы. Хоть это радует. А, на. Да блин. Что ж они такие назойливые? О! Этого расфигачили и расфигачиваем. Отлично. А вот этого огнем тебя, дрянь, огнем и мечом. Ай-яй-яй. Вот, вот они все фокусят на нас исключительно. Такое ощущение, что остальных наших сокоманцев игнорируют полностью. Но зато мы их разрываем, смотрите-ка. Да, блин. Ребятки, делайте что-нибудь. Ну, хотя бы лечь. И на том спасибо. Так. На. О, разрываем. Готов. Готов, касатик. Фух, покончили с этим юнитом. Покончили. Еще как покончили. Так, ну, я, естественно, дойду, соберу вот там зеленую штуку. Что-то мне хочется все-таки стать ее обладателем. А там снизу еще пара ништяков. Мы их пропустили, что ли? Да ладно. Блин, обидно будет. Надо было получше осматриваться. Но теперь уж куда деваться. Я так чувствую, что судя по наличию сохраненки магазина и всего остального, нам сейчас предстоит задница полная, поэтому я сохранюсь. Ну что ж. Здравствуй, задница. Стойте. Впереди что-то есть. Пояс вымирания над этой областью очень плотный, поэтому отсюда я не вижу. Можешь рассказать подробнее? Думаю, это грузовики. Два грузовика. Похоже, они движутся к Сейрону. М? Что такое? А, мне кажется, я кое-что видела в кузове. Хотя, наверное, просто воображение разыгралось. Так, у меня получилось подключиться к ближайшей камере наблюдения. Это транспорт АПИ. Враги или союзники? Возле Мидзухагавы нет других АПИ, только взвод Юита. Видимо, это отряд АПИ Сейрона. Я вижу двух человек. Они движутся к нам. Похоже, это Кагера и Кёка. Ну, конечно, они невидимые. Будьте осторожнее, я их совсем не вижу. Отлично, а вот и они. Слишком поздно. Они что, сдурели? Интересно, почему нас напали Кёка и Кагера? На, ладно. Давайте на Кагера сфокусим. У нас есть вариант его задолбать. Да кто ж по нам там кидает своими этими стрелами дурацкими, а? Ребят. Давайте. Я так чувствую, надо, короче, вот это арбалетного стрелка задолбать первым, потому что она уже задолбала. Так, хорошо, глаз разума. А знаете что? Вот вам, уроды. Давайте-ка по-большому сыграем, а? Давайте-ка сыграем уж конкретно. По-большому играем, друг. Раз, два, три. И Элька. Все, 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 надо выходить. Мозг сейчас сгорит. Фуф. Да, ну в этот раз, кстати, легче почему-то этот бой. Это Кёка фальшивая, что ли? А, она еще двойников кучу создает, дрянь. Ладно. А знаете что, мы можем с вами воспользоваться этим, телепортом, нет? Такой опции у нас нет?
Ага, давай. Это кто? Это мы? О, это мы. Ну-ка, Элько. На. На тебе, Хагера, Хренагера. Вот тебе, вот тебе. Как значит, нас приглашать куда-то пожрать, так он первый. А как предавать, так он вообще первый. Фигню сморозил. Ладно. Но смотрите-ка, за счет вот этих телепортаций мы можем, конечно, ему поднасрать. Ай-яй-яй. Да. Да, сейчас мы тебе мозг расколем. Фух. Они сильнее, чем мы думали. Идем. Свою задачу мы выполнили. Задачу? Кёка и Кагера охраняли эту область? Интересно, это связано с этим транспортом? Они явно тянули время. Я постараюсь за ними проследить. Цугуми, можешь отправить мне их данные? Не могу. Слишком много Кёка и Кагера. И все они движутся в разных направлениях. Это способность Кёки, клонирование. Они пытаются нас запутать. Простите, на поиск настоящих уйдет время. Еще я потерял из виду грузовики. Ненавижу проигрывать. Это был отвлекающий маневр, чтобы скрыть место назначения грузовиков от Цугуми. А в каком направлении ехали грузовики, когда ты в последний раз их видела? Вроде бы в сторону Сейрона. Они наверняка везут что-то важное, раз не хотели, чтобы мы проследили. Возможно, нам удастся узнать какую-нибудь ценную информацию. Дайте мне немного времени. Посмотрим, что я смогу найти с помощью информации от Цугуми. Но? Юта, есть одно место, которое мне хотелось бы проверить, но оно по другую сторону от Сейрона. Похоже, все клоны избегают этой области. Я не уверен, но выглядит подозрительно. Молодец, что заметил Ватаро. Ладно, мы сходим, проверим, что там. Ого! Ого! Красиво. Низ сверхформ жизни. Тайные злодеяния. Что это за место? Тут никого нет. Эй, я вижу грузовики. Похоже, это здесь. Но мы довольно далеко от города. Думаете, это здание принадлежит Сейрону? Мне вообще ничего не удалось найти об этом месте, и это еще более подозрительно. Похоже, нас пока не заметили, но я чувствую здесь нечто странное. Не могу объяснить, что. Пойду проверю грузовик. Цугуми, Ватаро, прикройте меня. Эй, Юита, ты все помнишь? А что насчет речи? Голова не болит? Пока что все хорошо. Не нужно так беспокоиться. Ты нес бессмыслицу. Разумеется, она беспокоится. Не перенапрягайся. У тебя всегда были проблемы со здоровьем, даже в детстве. Точно, ты ведь говорил. Да, большую часть раннего детства я провел в больнице. Меня наконец-то выписали только в 5 лет, и с тех пор все было хорошо. Стойте! Лука обнаружил кое-что жуткое. В каком смысле? Я знаю, что везут в этих грузовиках. Человеческие головы? Не может быть! В грузовике их было полно. Нет. Я думала, мне кажется, но они правда. Один из грузовиков был уже пуст, но думал, он вез то же самое. Два грузовика, полные человеческих голов? Ради чего? Давайте попробуем пробраться дальше. Отряд Касана может быть там. Хорошо. Нам в любом случае нужно выяснить, зачем они это делают. А, человеческие головы — это крайне серьезно. А, и я бы хотел сохраниться в данный момент. Давайте по карте посмотрим. У нас есть такая опция в ближайшее время. У нас есть такая опция, если мы пойдем прямо и направо. Хорошо, давайте, во-первых, заюзаем тогда карта мозга вот эту штуку.
Два САС одновременно, это кайф. Супер. Вот, и теперь будем, получается, пробираться к комбо из 5 атак. Так. Ну что ж, если мы здесь, давайте осмотрим вот эту часть. Потому что здесь, судя по всему, тупик. И как бы... Оп. И как бы эко-данные нас ждали, видите? Может, здесь еще что-нибудь есть? Смотрите. Смотрите-ка, еще что-то есть. Ну, а теперь мне хочется... Блин, стрёмно. Я человеческие головы. Не смешно даже. А давайте до сохраненочки пройдем с вами. Вот здесь где-то она была, да? Ага. Невозможно открыть. Эти ворота открываются ключом карты. Ну, мне так кажется. Ага. Эти тоже? Не открывается. Похоже, пробраться внутрь будет сложнее, чем я думал. Я не могу использовать глаза разума ни на одной из этих дверей. А? Что это? Кажется, у нас есть первый заложник. Прости за грубость. Не волнуйтесь, мы его просто вырубили. Пусть отдохнет немного. О, вы просто невероятны. Спасибо, я даже дернуться не успел. Рад, что вы умеете принимать быстрые решения. Погодите, это, наверное, ключ-карта от двери? Отличная находка, Цугуми. Теперь мы без проблем войдем внутрь. Теперь мы на вражеской территории. Я ко всему готова. Ладно, попробуем эту дверь. Ой. Ключ-карта номер один. А здорово. И все-таки я за то, чтобы мы сохранились с вами. Бррр. Потому что мне стрёмно. Так. А эко-данные какие-то. Центр Б. Ух ты. А мы, интересно, можем? Но, судя по виду двери, мы не можем сквозь такую дверь прыгать с помощью телепортации. А здесь... А, это наша цель. Так. И чё? На. 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 Ха-ха-ха. А неплохо так. И интересно, это тут... Что здесь происходит? Почему повсюду иные? Вот мне тоже интересно. Стоп, горючий омут. У нас, по-моему, была история на горючий омут. Во время действия перекинеза в САС победить горючий омут. Черт! Это был наш шанс. Так. Да, 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 я понял, что мы можем включить несколько... А, слушайте, мы включили с вами только что два пирокинеза, смотрите-ка. Один горючий омут готов. Теперь... Во. Ну, в общем, все точно так же, как с одним пирокинезом, только с двумя пирокинезами. Так, на тебе. На, успей. А, успели. Так, теперь давим. 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 Хорошо, мы ее так подавили. На, еще. Просто Royal Deluxe. На. Давим, 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 давим. На тебе. А мне нравится вот этими штуками фигарить. Теперь подскок. Теперь заряженный удар. Теперь прыжок. Отличная работа, Юэта. Последняя атака добила врага. Так, только нам нужно легкое желе. Кажется, неподалеку есть запас ресурсов. Но это мы уже знаем. О, музыка. Музыка прям, знаете, немножко Кастельвании повеяла, не кажется вам? У меня вот такое прям чувство, что мы с вами немножко в Кастельвании. А, нет, сюда не можем. Жаль. А, жаль. Ого, а вот сюда можем? Отсюда, кажется, можем. А это как-то к сейву... Ну, поближе к сейву. Давайте тогда сделаем это, а? Не. Нифига не дают. Хорошо. Ладно. Че ж поделать? Не дают, так не дают. Какие у нас еще есть варианты, да? Хотя. Ну-ка. А вот здесь.
Ня. Ха, нормально, да? Рассказали нам про эту обилку, а теперь как бы пользоваться ей особо нам и не дают. Вот так вот. Ой. Так, голодные ламии. Ух ты. Ну, а хорошо, давайте склерокинез заюзаем, чтобы нас, в принципе, их никто не поранил в этот раз. Хотя они не такие сильные, чтобы склерокинез включить. Здесь что, ключ-карта, да? Ключ-карта номер два. Хотя бы... Эти ворота открываются ключ-картой. Ну, мне так кажется. Ва. Это все здорово, только ключ-карты, где нам найти, гражданочки и граждане. О, ну-ка. О, вот тут надо этот. R2, черт. Все время путаю. Давайте, пирокинез и понеслась. Фигачим этот горючий омут во время действия пирокинеза. Раз, расфигачиваем. Готов, касатель. И кажется, мы с вами миссию сделали. Да? О, огненный цепелин. Давайте, ребят, давайте, фигачим. А, у нас, слушайте, с вами и огонь, и все. Мы вообще красавцы. Я забыл, да, что мы с вами два сассажа теперь юзаем. Уф. Такс. Что-то мы с вами, кажется, попали в лабиринт и не знаем, как из него выбраться. И меня смущает, что мы и сохраниться-то не можем. Во, вот здесь явно как бы нам подсвечена эта штука, что типа давай-ка сквозь телепортируйся. Это мы сможем пройти дальше, если воспользуемся моей силой. Ну да, нам прям как детям как бы говорят. Давайте вот здесь передадим отчет. Факел Прометея Т2. А что у кого? Давайте так, у нас... Черт. У девчули. Снаряжение. Факел Прометея Т1+, вот это получше. Так, теперь ты. А, ничего. Адамантий Т3. Угу, крепко. Ладно. Да, друг, у нас просто твоя обилка-то немножко... Знает. Ой, я не то сделал. Это типа карточка 2, да? Ключ-карта номер 2. Как я и думал. Почему это ключ-карта? Просто валяется на полу. А эта полоска на ней похожа на кровь? Это определенно кровь. Наверное, иной напал на исследователя. Так, ну хорошо, ключ-карту, опа. А это что у нас тут? Ладно. Фух. Ну что, все-таки может быть сейф, а? А, слушайте, вот здесь тоже можно пройти. А давайте тогда, ну, раз тут есть такая опция, соберем все, что здесь можно, вот эти вот данные. Потому что потом может пригодиться. На что-нибудь полезное сможем выменить. Очень бы хотелось. Так. Для открытия использована ключ-карта номер 2. Так. Ого. Не, ну музыка прям вот этот клавесинчик, да, ну, кастрюльвание в чистом виде. Ладно, давайте-ка на этом мы с вами этот эпизод закончим и продолжим уже завтра в следующем. Посему спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебу, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Роки, Бальбоу, Антону Церу, Глебу Сахарову, брату Манзо, КДВ-45, Русы, Дарьи Кравчук за то, что тебе продолжают поддерживать канал. Вам всем спасибо, что вместе со мной проходите игру. До завтра. Пока-пока.